Друзья, всем привет! Канал Карима Проверь, канал обо всем. Сегодня покажу вам игрушку елочную, стеклянную, сделанную, наверное, скорее всего, во времена СССР. В какой-то непонятный, скорее всего, мужик с усами и с небольшой бородкой, испаньолкой. Если посмотреть, у него ремень нарисованный и бляха. Бляха обсыпана. Обсыпана красным каким-то шершавым веществом. Угу. Длинные волосы и беретка. Ну, очень похож, скорее всего, на художника. У него и одежда вроде как бы классического художника. Классическое представление о художнике. А на подвесе игрушка. Утрат мы не видим покраски. Ну, они, наверное, скорее всего, есть утраты, просто они мелкие и незаметные. Друзья, напомню, канал Карима Проверь, канал обо всем. Подписывайтесь на мой канал, будьте с нами. Очень много хороших, красивых игрушек мы будем снимать и выкладывать на наш канал. Еще раз напомню, канал Карима Проверь, канал обо всем. Спасибо, друзья.